станция Пионерская московского метрополитена открыта 13 октября 1961 года в составе участка Фили Пионерская. Построена в окрестности бывшей деревни Мазилово, в 1960 году вошедшей в городскую черту Москвы. В 1991 году станцию предлагали переименовать в Мазилово. На станции два вестибюля в виде легких остекленных павильонов. Оба выходят на Мазиловскую и Малую Филевские улицы. Лестницы к обоим вестибюлям расположены в середине платформы. В ходе реконструкции, произведенной в 2017 году, количество турникетов в западном вестибюле возросло до 12. В отделке вестибюля использован камень и натуральный керамогранит.